Страх у этого человека проявляется необоснованно. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук Д. Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква У в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Владельцы этого имени склонны много работать, и они обязательно достигают всех целей, которые ставят перед собой. Буква Б в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Если носитель этого имени будет уделять чрезмерное внимание мелочам, осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей, которые представляет ему жизнь. Выдержка и систематичность – этот человек во всех отношениях достоин доверия. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.